По-настоящему спасали пожарников и тонущих на открытой воде. Из Великого Новгорода вернулись 8 студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума. Они стали участниками межрегиональных полевых лагерей «Юный спасатель» и «Юный пожарный». Вместе с сотней ребят из всего Северо-Запада на Рейн-Марсе демонстрировали навыки спасательных работ. Смотри голову. Аккуратно, аккуратно, давай. Все, принимаешь? Принимай. Раз, два, три. Все, молодец. Вынести из задымленной шахты пострадавшего и не навредить еще больше. С такой задачей могут справиться только подготовленные. Ученики и студенты со всего Северо-Запада решали сложные задачи быстро и правильно, ведь они – будущие спасатели. Полученные в школах и техникумах знания ребята использовали в течение 9 дней. Каждый день – новый этап. Больше всего понравилось спасательные работы на акватории. Нам нужно было достать пострадавшего со дна, после чего довести его на берег и с льдины достать второго пострадавшего и тоже доставить его. И потом спасти пострадавшего, докинуть ему нужно было круг. Оздоровительный лагерь «Волынь» в Новгородской области стал традиционной площадкой состязаний для будущих пожарных и спасателей. В Ненецком округе готовить специалистов в этой сфере стали недавно, а потому ребятам необходимо объективно оценить свои знания и умения. Поездка в межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель» и «Юный пожарный» состоялась благодаря окружной поддержке. Региональное отделение Российского союза спасателей выиграло грант для некоммерческих организаций в размере 300 тысяч рублей. То, что смогли, то смогли. Потому что у нас нет высотных разрушенных зданий, да, с которых мы можем там спускаться, на которые мы можем подниматься. У нас нет инструмента пока. Благо, что ребята из поисково-спасательного отряда, из поисково-спасательной службы помогают, подключаются и готовят ребят. Это в любом случае, в каждом конкурсе, да, в каждом соревнованиях и кто-то сильнее, кто-то слабее. Ну, в данной ситуации мы не самые слабые. При этом у нас есть призовые места на серьезных дистанциях. По результатам всех этапов сборная из Ненецкого округа стала 8-й среди 11 команд. Первое место взяла команда Новгородской области, второе – сборная Вологодской области. Замкнули тройку победителей – будущие спасатели и пожарные из Республики Карелия. Валентина Чибич, Антон Водряков, телеканал «Север».